Теплый душ, пена и щетки. Автоматическая мойка состава в часть большой генеральной уборки в депо Самарского метрополитена. Каждый состав подвергается тотальной чистке. После внешней мойки с помощью механических установок работы начинаются внутри. Моют окна и плафоны, меняют фильтры вагонной вентиляции, а также разбирают сиденья. Под ними за полгода скапливается достаточно мусора. Усиленно, дополнительно мы еще производим уборку под сиденьями при помощи пылесоса. Потому что пассажир у нас конфетку съел, а фантик за диван засунул. Все это там остается под диваном. Но все эти меры не отменяют ежедневные уборки. Все составы, заходящие в депо, обязательно подвергаются техническому осмотру, при котором внутри проводят влажную уборку, моют полы, протирают дезинфицирующим составом, безопасным для здоровья людей, сиденья, поручни и подоконники. Самарских пассажиров метро чистота вагонов устраивает. Я на работу езжу каждое утро и возвращаюсь вечером. Меня все устраивает. Я захожу в вагон, все чисто. Все устраивает. За одну смену генеральной уборки подвергается один состав. Все вагоны полностью приведут в порядок в течение 2 недель, пока идет месячник по благоустройству. Следующая генеральная уборка запланирована на осень. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.